Кабанск, Гусиноозерск и, наконец, Улан-Удэ. Фермерский фестиваль свое добрался до столицы Бурятии. На площади Советов разместились 70 участников. Давайте посмотрим, что они предлагают. Мы продаем кондитерские изделия, мы продаем выпечку, мы продаем торты наши фирменные. У нас есть хлебушек на закваске из русской печи, есть травяные сборы и есть кижингинский полуфабрикат, очень вкусный. У нас микрозелень, редис, подсолнечник, капуста, различные горчицы, бизуны. Все это съедобно. Фестиваль в целом нравится. Уже с самого начала, уже третий год, как начался фестиваль, участвуем. Организации хорошие. Вот в прошлом году на такой нашей ярмарке свое фестивале было больше 40 тысяч человек, которые приходили, что-то покупали. Продали продукцию больше, чем на 10 миллионов рублей. Все остались счастливы и довольны. Я уверен, что сегодня, завтра ярмарка будет работать, еще больше людей придут, еще больше будет счастливых улыбок, вкусных обедов, ужинов и завтраков. Что уже взяли себе? Ой, взяла посольский пирог рыбный, фирменный, и мед. Я уже сколько лет беру мед вот у этих производителей, Лютаевы. Рыбу, мясо, пироги рыбные, грибы. Патик Родионов – это Кабанский район, первые отживки, поэтому будем пить мед с чаем. Вот такой взял напиток, здесь имбирь и лимон, это очень полезно от простуды, ну и недорогой, он довольно 100 с лишним рублей стоит. Это самое натуральное, богата наша республика, богаты наши люди, щедры, цены, конечно, хорошие. А мы каждый год ходим, да. Очень интересно, выбор большой, начиная там от мини-мини и заканчивая мясными продуктами. Все замечательно. Для нас, для горожан, уникальный шанс в городе, в одном месте купить все, чем богата наша бурятская земля. Здесь вообще представлены все бренды замечательные. Это и Бичура, и Джеда, и Баргузин, и Волга, Кяхта. Вся Бурятия здесь. Вообще, в целом, по России она... Шестой год идет такая ярмарка, и только в Улан-Удэ три года подряд. Также на фестивале свое есть мастер-класс и 10 площадок. Сейчас мы попробуем сделать логотип АТВ из шерсти. Так, что нам нужно делать? Вот так берете и начинаете выкладывать. Вот такая капелька у меня получилась. Надеюсь, очень похоже. И вы тоже можете прийти и сделать себе такие сувениры. Помимо того, что есть возможность купить уникальную, вкусную, качественную фермерскую продукцию, также здесь у нас, вы видите, хорошая концертная программа, ведущие коллективы по Бурятии, ведущие звезды. Кроме того, будут различные конкурсы и розыгрыши призов фермерской продукции. И хочу сказать, что разыгрываются целых 6 баранов. Сегодня 3 и завтра 3. Кроме прочего, определят и лучших производителей республики. На ярмарке пройдет второй этап традиционного конкурса бренда Бурятии. В финал прошли 10 предпринимателей. Часть из них основали бизнес благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Фермерский фестиваль свое продлится 2 дня, 8 и 9 сентября. Это значит, завтра вы можете прийти сюда лично. Возрастное ограничение 0+. Антон Симонов, Артур Зержевич, телекомпания АТВ.